весовой категории 67 килограммов. Красного ринга Александр Зырянов, Россия. Синего ринга Андрей Пахомов, Россия. Final bout in the weight category 267 kilograms. Red corner Александр Зырянов, Russia. Blue corner Андрей Пахомов, Russia. Александр Зырянов, Россия. Боксер 2003 года рождения. Из города Краснотурьинск, представляет Свердловскую область. А боксом занимается 10 лет. Счет боя на ринге не ведет. Он трехкратный победитель первенств России 19, 20 и 21 годов. Тренируется под руководством Дмитрия Цыха и Ризвана Хайрова. Seconds out. Thank you.
синем углу ринга готовится к третьему раунду финального боя Андрей Пахомов, Россия. Боксер 2004 года рождения, из города Владимир. Боксом занимается 7 лет. Провел на ринге 113 боев, одержал 101 победу. Он победитель международного турнира в Германии. Тренируется под руководством тренера Николаева. Seconds out. Round 3. Единогласным решением судей победа по очкам в финальном бою и звание победителя турнира завоевал боксер из красного угла Александр Зырянов, Россия. Александр Зырянов, Russia, right corner, is the winner of this bout on points by unanimous decision. Восьмой финальный бой судят рефери Дудинский.
Боковые судьи. Первый стол Акопян, второй Абдураманов, третий Шестопалова, четвертый Решетников, пятый.